Всех приветствую. Сегодня 4 июля 2023 года. Это христианский прямой канал. Духовная битва идет каждый день, каждую минуту. Многие люди отвлекаются на мирские дела, но духовная битва идет. Самое главное – это душа. Это душа. Идет война за нашу душу. А поле брани – это наше сердце. Вся тьма, все негативные мысли, которые приходят в нашу голову, все эти мысли не наши. Это навязывается дьяволом и нечистыми духами. Они реально существуют. Духовный мир реален. Ангелы реальны, бесы реальны. Они не где-то там, они не где-то далеко. Бог реален, Иисус реален, Дух Святой реален. Также и Люцифер реален. Все это правда, все это есть. Все наши болезни и немощи начинаются в духовном мире. Всех их приносит дьявол. Сначала мы согрешаем мысленно или телом, потом за этим следует болезнь. Все болезни и немощи – последствия грехопадения, начиная от Адама и Евы. Человек поражен грехом. Человек не смог принести никакую жертву Богу, чтобы обратно примириться с Богом после того, как Адам и Ева согрешили. Но Господь послал нам Сына Своего Единородного Иисуса Христа, чтобы никто не погиб и чтобы все имели жизнь вечную. Только через жертву Иисуса Христа мы можем быть спасены. Поэтому никто не приходит к Отцу, как только через меня, сказал Иисус Христос. Я верующий христианин, меня зовут Дима, мне 38 лет, завтра будет 39. Я не принадлежу никакой конфессии, себя не причисляю никакой конфессии. Также я не хожу в никакую секту, ни в какие свидетели Иеговы. Я вообще никуда не хожу. Я живу в глубокой деревне, по воле Божьей, с женой, с тремя детьми, с огромным количеством собак и кошек. Половина из них к нам прибежала с улицы. Мы их приютили не потому, что богатые обеспечены, а потому, что мы верующие добрые люди, и они были посланы нам Богом. Не всех собак мы забираем домой, и не только породистых мы забираем домой, а тех, которых послал Господь, это всегда видно. Как я говорил на прошлых видео, как-нибудь расскажу. Я это видео оставлю в Ютубе, это видео оставлю в Телеграме, это видео оставлю ВКонтакте. В конце этого видео помолимся против немощи и болезней, короткой молитвой веры, после которой исцелилось огромное количество людей. Ко мне прислали больше 5000 свидетельств с исцелениями, как люди исцелились от самых разных и неизлечимых заболеваний. Абсолютно даром, бесплатно. Я ни с кого не беру деньги и никогда не брал ни за какие исцеления. И не подразумевается никакая финансовая как бы благодарность. Это не подразумевается. Исцеление – это Божий дар для каждого человека. Божий дар Иисус Христос 2000 лет назад заплатил абсолютную цену на кресте за наше спасение, за наше духовное и физическое исцеление. Мало того, Он ушел к Отцу и послал нам Утешителя, Духа Святого, который наставляет нас в мудрости, который напоминает нам Евангелие, правильно его истолковывает, только Дух Святой это может, потому что плоть не может понять Евангелие. Плоть, она мыслит по-плоски, примитивно и логично. И только Дух Святой нам может открыть по нашей молитве, по нашему расположению, по нашей просьбе к Богу. Дух Святой нам могут открывать эти духовные тайны. И также предупреждать о ловушках сатанинских. Ведь ловушки сатанинские расставлены на каждом шагу. Дьявол стоит рядом, как рыкающий лев, и ждет, когда нас поглотить. Я не маг. Ни целитель, ни экстрасенс, ни гипнотизер, ни шаман. Я не обладаю целительными способностями. Исцеляет всех Отец, Сын и Дух Святой. Я верующий христианин. Я верю не в себя, не в свои силы, не в свою святость, не в свои труды. Я верю в Иисуса Христа и в Его жертву. Я верующий в Него. Я не сомневающийся. Я не сомневающийся. Я верующий. Я поэтому я живу по вере. И Господь моей жизни, как только я принял Господа моей жизни, Иисуса Христа, теперь Он Господин моей жизни. Теперь не я живу, а Он живет. Теперь я проповедую не себя, а Его. Не то, что я хочу, не то, что надо мне, а то, что надобно Богу. Ведь
если я люблю Бога, люблю своего отца, люблю своего создателя, люблю своего папу, значит, для меня нет ничего лучше, как угодить ему. Ведь я многого могу не понимать, и я уверен, что многого я не понимаю. А он есть любовь, он абсолютная истина, он знает все. Поэтому уж лучше-ка я свою жизнь доверю не своему глупенькому опыту, который руководим дьяволом, бесами и всякими страстями и похотями, не своей плоти, а доверю-ка я свою жизнь воле Божьей, Отцу, Сыну и Святому Духу. И многие негативные ситуации, как я думал, в моей жизни случались, они привели меня к очень положительным переменам, в первую очередь для спасения души. Поэтому Господин моей жизни теперь Иисус Христос. Слава Богу. Вот еще один год прошел. Все хорошо, слава Богу. Пишите вопросы. Пишите вопросы. Меня некоторые спрашивают, как вы пришли к Богу. Ну, так в двух словах ты не расскажешь. Я от него, ну, я никогда не был сатанистом. Я никогда не был ярым атеистом. Я всегда верил в Бога. Ну, как бы, как все, грешил и верил в Бога. Родители у меня не были верующие. В церковь меня не водили. Ни одного батюшку я не видел. В церкви я не был. Евангелие на столе не лежало. Я про Иисуса и не слышал. Ну, вот. Слышал так мельком других людей. Ну, в общем, мне не рассказывали. Никакой Библии у меня не было. Вот. Пришел я к Богу благодаря миллиардам, миллионам, миллиардам и триллионам историй в моей жизни. Негативных историй, из которых меня вывел Отец и Дух Святой. Так просто не расскажешь, нужно конкретизировать. Потому что я говорю, если бы я был 10 дней назад неверующим, то бы сейчас я бы точно стал опять верующим. Потому что каждый день происходят такие события, жизнь ставит такие условия, что без веры просто невозможно. Поэтому многие люди думают, что вот, Дмитрий, расскажите, как верите, чтобы вот сидеть на мягком диванчике и вот радоваться всему. Нет, это борьба. Нужно взять щит, меч и бороться. Не с людьми, не с аптеками, а с нечистыми духами. Это нечистые духи на нас нападают, и мы должны защищаться. Противостаньте твердой верой и убежит от вас. Это все правда, это все реальность. Очень много свидетельств, исцелений. Я некоторые уже зачитывал. Вот зачитаю сейчас еще. Просил помолиться, брат упал, в голове была гематома, черепно-мозговая травма. После молитвы на пятый день сделали КТ, все чисто. Слава Иисусу Христу. Во имя Иисуса Христа огромная благодарность вам, Дмитрий. Головокружение, чуть не терял сознание. Сейчас после вашей молитвы встала и пошла с внучкой гулять. Слава Иисусу Христу. Вы помолились, а давление пришло в норму. Это уже следующее. Слава Богу, благодарю. Стало намного легче. Дима, сейчас получил результат анализа в крови. Сой был 51. Ниже 51 не было никогда. После молитвы на эфирах сои 5. Я в шоке, слава Иисусу Христу. Ну, этот человек сегодня как раз написал. Я по картинке вижу, когда будет эфир.